Для 13 выпускников Дзаусской средней школы сегодня прозвенел последний звонок. Нарядные и красивые ребята стояли на торжественной линейке, слушая напутственные слова во взрослую жизнь. С окончанием школы и пожеланиями успехов в дальнейшей учебе выпускников поздравили директор школы Алан Санакоев, начальник отдела образования и науки администрации Дзаусского района Алик Джиоев и заместитель главы администрации Дзаусского района Мендик Кочиев. Он от имени администрации района преподнес выпускникам сладкий подарок. Знали счет, жаба счет, а и что в филдарат. Обы, вашего бы видали, ставили, что штыр, пандобер, ромзовчистый, мазарда, задача мейта, и так, а уж пандобер. Харай король на жабах и ошарот, сокур, пьяно, толчий дар, чива кадам моша пьяни. Умен, значит, иной, собик лотни, очий дар, жабахай, Расуда има некој човек со тофта, на сови годни, мокр фирукан, кашај лоши сту, шејте сту најш, бидон тај. Рик сакули на керан фала, ја бакај ше сокр керан фа, па сама и рунма, и рун захме, ја бакај ше раз захот мана нахи, биде сту на. Ба ги ма хаум, и рестору, розмаши керан, а ви ма зарта захар. Напутственные слова из счастливой дороги выпускникам пожелали первоклассники. Сегодня мы на первом месте, и вам решили мы все вместе сердечко подарить. От имени родителей и учителей за их труд поблагодарила Лариса Иналдеева. Для Дзаусской средней школы это двойной праздник, ведь в этом году школа отмечает 170-летие. По этому поводу все учителя были награждены почетными грамотами. В свою очередь, выпускники со слезами на глазах поблагодарили всех учителей за знания и труд, которые они вложили в них. В Хоцеевской средней школе сегодня тоже поздравляли с окончанием школы двух выпускниц. На последнем звонке присутствовали заместитель главы администрации Дзаусской района Вадим Цхавребов, депутат парламента Дзаусского района Руслан Худжиев и другие гости. Анжела Кукоева, Ляна Тедеева, информационный выпуск сегодня.